Собаки против людей. На протяжении полугода карагандинцы пребывают в ужасе от количества уличных собак. Животные неоднократно нападали на людей. Однако кто несет ответственность за происходящее, остается загадкой. Ситуация разбиралась Аида Ибраева. Район Михайловка, улица Осевая. Здесь располагается несколько этажных домов, школа и даже детский сад. С виду благоустроенный район для счастливого и беспечного проживания. Однако обыкновенная прогулка по улице обернулась для сына Зины Сафиулиной настоящей бедой. На мальчика напала собака. Привезли его домой, мы сразу скорую помощь вызвали, травмпункт увезли, там уже перевязку делали, всю адрес ему давали, чья собака укусила. Вот на лечение он ходил через 3 дня. Уколы делали, перевязку делали. Вот. А думаете, это нормально, то, что вот... Конечно, нет. Конечно, нет. У нас участковый, мы не знаем, кто чего. Насчет собак, мы говорим, он внимания не обращает. Целые стаи собак вокруг дома и возле мусорных баков. Чувство страха за свою жизнь и боязнь оказаться в пасти разъяренного животного не покидает любого, кто выходит даже вынести мусор. Откуда появились животные, никто не знает. Ни в одну инстанцию жители обращались по волнующему вопросу. Но, как мы видим, неизвестно, когда и поменяется ли ситуация. Акимату районному, районный меня к городскому, городской на районный, никак. Потом я вот партийный, я обратилась в парторгу Нуратан. Те тоже позвонили, сказали, дали заявку, но нету. Но у нас невозможно помойку пройти. Столько собак и никому не надо. Собака – друг человека. Но, однако, жители домов по улице Осевой уже устали от такой дружбы. По их словам, невозможно даже вынести мусор. А дети и вовсе боятся выходить на улицу. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».